With Araki tunnels collapsed, it's finally time to take the fight to the enemy and reclaim what they have stolen. To do that, we need to light the beacons. Karak Asgaraz will rouse at last to settle old grudges, not least those owed for my companion's deaths. Ну что, здравствуйте, дорогие товарищи. Пойдемте. What a lovely night for the settling of grudges, darlings. I find it all a bit baffling, if I'm honest. Enjoy the moment, darlings. Promises to be a good one. I'm not sure you have the stamina for this one. No, I'm just getting warmed up, darling. Then again, I always am. And fill your pouches. Oi, assassin, show yourself. Foolish to face it head on. Well, that like, is our problem, no more. Crackling gunners, yes. Well, you'll have to teach me that. Rattling dead.
Блядь, ну, блядь. Да ёб твою мать, сука. Сука, блядь, убей этого пидорасина. Фух. Ну, хорошо пошло. На, time for a potion, я бы сказал так. Совершенно правда. Сюда, блядь, идите. Сюда. А, давай, Крубер, Сиена. Возьми. Ага. Thank you.
сюда, блядь. Блять, ебанутые боты, блять. Так забери, блять, обратно. Книжки, где блядские книжки, где вы просрали книжку? Блять, что наверху там где-то? Ну, блять, что вы не... You're no good to a dead killer.
Вали от меня. Мое дело страшно. Да что ж ты такое делаешь-то? В прошлый раз здесь этот Шторм Огрин оказался, и это был просто трындец. Я пока не понимаю, куда. Ой, блядь. Уже перестаешь различать. Кто там где-то?
Сюда, туда, наверное. Где-то этот буревестник застрял. Наверное, наверх надо куда-то. Доберитесь до маяка. Это здесь, что ли? Хуй знает. А, туда. Оу, щит. Блять, эльф. Ну, по крайней мере, этот жирно сейчас закрывает скрипт, походу. А теперь нам сюда. And... Блядь, да что ж такое-то? Вы что, издеваетесь? Вот это вот неприятно. Ну, где-то посеянный. Что, блядь? Пиздавайте, пиздавайте. Somewhere to rest your head. Maybe, maybe not. I've business to settle, Phil.
Finally. Грим потеряли, но, блин, ладно. Не так сложно, блин, просто заебисто. Ну да, вместе с чуваком потеряли и грим, и фолиант. Ну что? Спасибо за то, что были со мной. Если понравится, присоединяйтесь еще. Лайки, шары, комменты, донаты, что там еще, подписки, да. И у нас есть еще Discord сервер, кооператив дружба, присоединяйтесь. Там любители всяких кооперативчиков. В общем, да. В общем, да, давайте сейчас напоследок посмотрим, что у нас там. Что нам дали вообще? Чисто по фану. Страшно башни, вот что это за фигня. Это понятно, с хорошей обзорной точки непонятно. Это окей, это понятно. Ну-ка так лиц понятно. Валай, это, наверное, с какой-то этой самой теткой нужно подружиться. Миссия милосердия отметина Скавинов. Это где могло быть такое? Непонятно. Непонятно. За 8 секунд во время миссии милосердия. Ну окей. А на какой сложности-то? А, на каждой, наверное, все время стоял хотя бы один герой. Но почти сделано. Спрыгните с вершины, благополучно приземлитесь. Непонятно. Глаза. Это найти еще этих тварей. Дальше. Каждую ключевую точку непонятно. Ну-ка, да, клинс, понятно. Окей. Как-то так. Но то, что деньги дают в последнее время, это, знаешь, скорее всего, ресурсы потрачены на какую-то другую вещь. Может быть. Буду надеяться, что тратят их на фикс Инферно, то есть этого Дарктайда. Ну, посмотрим. А может даже Верминтайд 3. Ну, вряд ли у них там еще Сиенна стоит. В третьей части. А может это будет, ну, в смысле, не в третьей части, а последняя профессия. Но может быть это будет последний такой переходный период на то, чтобы перейти к следующей части Верминтида. Ну, вот это вот последняя профессия Сиены. Ладно. Как я уже говорил, все, что в ваших силах, чтобы поддерживать меня хотя бы морально. Вот. И адьос, товарищи. Увидимся в следующий раз. Пока.